дорогие эксперты, гости, модераторы нашего мероприятия. Я поздравляю вас с завершением хакатона. 40 часов наши дорогие участники работали над решением кейсов компании. Вы приложили максимум усилий, знаний и творчества для решения и достойно представили экспертам результат вашей работы. Более 150 человек собралось в Дальневосточном федеральном университете на хакатон по Big Data и искусственному интеллекту. Хакатон – это марафон-форум для разработчиков программного обеспечения, когда команда в течение многих часов, а то и суток, сообща без перерывов и сна, решает определенную задачу. Для Приморья это первый масштабный хакатон. Генеральный партнер – Дальневосточная железная дорога, филиал РЖД. Он длился более 40 часов. Программисты, уставшие, глаза слипаются, но горят творческим огнем. Участники хакатона впервые решали реальные производственные задачи ДВЖД. Скажите, где вы брали силы, чтобы работать на хакатоне 40 часов без перерыва? Если так подумать, то это хорошая еда и веселая команда. Почему вы выбрали кейсы РЖД? РЖД нам показалось то, что это более перспективно и более полезно в будущем. Интересно было работать? Ну да, конечно, вообще все задачи интересные. Проводил соревнования Центр цифрового развития ДВФУ, созданный в университете по поручению президента Владимира Путина. Генеральный партнер РЖД предоставил участникам два кейса. Для решения одного нужно написать программу для круглосуточного мониторинга данных о локомотивных составах. Для второго – проанализировать динамику изменений рельсовой колеи. Участие ДВЖД в марафоне – важный шаг в преддверии торжественного открытия офиса региональной инновационной площадки на базе Дальневосточного федерального университета. Завершилось мероприятие под названием «Хакатон», где передовые компании, и в первую очередь как генеральный спонсор Российской железной дороги, решались реальные задачи по обработке больших цифровых данных с учетом развития IT-технологий студенческими коллективами. А все это, в принципе, направлено на развитие IT-технологий и сокращение эксплуатационных затрат. У нас есть победители. Первое место присвоили команде «Инженерс». Второе место присвоено команде «Винт-1». И третья команда «Улитки». Я являюсь представителем Дальневосточного университета путей сообщения. Мы помогали РЖД сформировать кейс для хакатона. И нам очень понравилось то, что ребята, четыре команды выбрали этот кейс, очень плотно работали, дошли до финала. И основным как бы открытием, скажем так, для меня явилось то, что все четыре команды пошли по своему пути в решении этой сложной задачи обработки больших массивов данных, поступающих от локомотивов. И эта задача актуальна, и я думаю, что она найдет конечную реализацию в виде конечного продукта. Кейсы РЖД, победители марафона, будут окончательно доработаны и внедрены. Программисты получили также предложение о перспективном трудоустройстве. Россия живет дорогами, и это должно быть комфортно всем. Ирина Шилина, Игорь Болтов, новости на восьмом.